объединяет гонщиков абсолютно разных поколений. Здесь и взрослые, и совсем дети. Любовь к гоночным машинам ведь прививается с детства. Конечно, самая масштабная группа участников соревнований – это сочинцы, а заезды проводились в абсолютно разных классах. Приехали люди со всех концов. С Новосибирска есть люди. Много москвичей. Ростов. Северный Кавказ. Ставрополье. И, естественно, Краснодарский край и наш знаменитый город Сочи. Прошел чемпионат России, и вот эти вот лидеры, которые там завоевали призовые места, они, чтобы не потерять навыки, сейчас же каникулы, чтобы не потерять навыки, они приехали сюда и демонстрирует свое мастерство. Кстати, в первом заезде класса мини первым пришел 11-летний сочинец Матвей Цветков. Интервью он давать не стал, поскольку нужно было готовиться, в том числе и морально, ко второму кругу. Тренеры делают на него большую ставку. Именно этот подросток, говорят они, показывает хорошие результаты и в будущем может стать профессиональным гонщиком. А в перерывах между заездами обязательная проверка работы моторов. И вновь гоночные болиды на трассе. Во втором заезде Цветков все так же продемонстрировал ожидаемое лидерство. И по итогам 4 этапов чемпионата Краснодарского края по картингу в общекомандном зачете победили сочинцы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.